Видео, серию фото. Ну да, тебе такая тема подходит. Что это такое? С байками связано. Я сегодня несколько рисунков отдал, кстати, на съемках. Людям. Ну, это вот трамваи старинные тут у меня. А вот такой даже есть. Не могу понять, это что. А, я сам не понимаю. Если бы я понимал. Вот это в зоопарке тоже рисовал. Так. Кошки. Ну, кошка есть даже. Угу. Понравилось? Да. Тут штука. А вот смотри. С натуры? Да, естественно. Забирался в зоопарк через стену. У нас как-то совы. В детском саду. Целое семейство, где-то три совы на дереве сидели. Смешно. Это моя кошка. Ты никогда кофе не рисовал? Кофе? Именно кофе. А, как материал? Да, развожу кофе и рисую кофе. Я тебе... Чаем я рисовал. Да? Ну да. Я тебе покажу картину. Там, угу. Лилии. А у тебя есть какие-то картины здесь? Слушай, здесь нету. Но у меня... покажу. Вот по этой штуке сделал даже скульптуру. Да? Декоративную, да. Обезьянки. Спят друг с дружкой. У меня даже планшеты остались. Со студенческих лет. Ну да, у меня тоже. Как истинный ценитель. Афоротов. Бери. Да, беру. В корзину упаковать. Если покупаете, то покупайте с умом. Да, это вот наша мастерская, где я из мрамора рубил фигуру сестры. Там на улице. Мрамор, полевой шпат, икону делал тоже, вот копию. А это кто? Это со мной училась девчонка в художественных мастерских. Тоже вот они. Вот она сидит. Ага, да-да-да. Ну, стараюсь, чтобы похоже было все-таки. А вот, кстати, то, что... То, чем я заболел в 99-м году. Ну и что-то начал рисовать. Угу. Ну так. Не вышло. Заболел этой темой. Строил макет этого Титаника. Угу. Ну и вообще люблю корабли. Особенно затонувшие, там вот эта вся тайна есть. Угу. Вот. Так вот. И там. Какие-то совсем наброски такие. В основном эти рисунки для скульптур. А вы сразу начали скульптуру делать или сначала у вас рисунок был, живопись? Сначала
все вместе было. Да? Да, с самого начала. Ну, тоже. Титан. А я любил, да. Корабли такие большие. Это ты с натуры? Нет, это, конечно, с фотографии. Да? С фото, да. Тоже давно-давно. 2001 год. А дома лежат такие очень длительные, кропотливые работы. Но я их, естественно, не раздаю так. А ты по памяти хорошо можешь просто рисовать? По памяти? Ну, стараюсь не рисовать, потому что детали, их трудно запомнить. У тебя такие графичные работы. Да, потому что рисунок скульптора, он всегда отличается от рисунка живописца. Живописец, он пятнами больше. Вот. А скульптор, он более линией рисует. Вот. Ну, какие тебе? Ну, я пока еще одну, да? Да нет, перед четыре. Ты же у нас гениальный, талантливый фотограф. Во всей красе. Да, вот так умеешь еще. Это очень ценно. После фотосъемки сигареты и на таких фонах шикарных. Тебе не жалко? Ну, для тебя не жалко. Да. Угу. Потому что, ну, просто вот, как ты говоришь, взгляд добрый. Он у тебя тоже присутствует. Бери. Да, конечно. Я их в рамочку оформлю и повешу обязательно. Ага, сейчас я их отсниму на всякий случай, выставлю. Вот так вот. Так. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Как вам работа? Собираю мнение. Так.